Thank you.
Перерыв 3 минуты. Начинает его меньше всего, минуты 4.
Сергей Бобры, Андрей Полетаев, номер 67.
За игру высокого суда Клюшкой малым штрафом наказан игрок команд «Зенина» и «Синева» Сергей Гадаев, номер 50. Еще одна попытка Владимира. Пас на Дмитрия Куликова. Куликов заходит в зону. Чтобы не поддавать передачу, смотрите, что делал Вячеслав Полосин. Он на лету крюком остановил эту волевую 100% передачу. Не остановил ее. Партнер просто поставил. Подставил крышечку и сравнял счет. Партнер хоккеиста Курских Бобров, но Вячеслав Полосин сказал: нет, ребята, другой раз. И посмотрим, будет ли это другой раз вообще. Владимир Семенов такой вброс в зону. Большинство играет, зачем через вброс. И учитель выброс. Еще раз пробует зону Сони. Ищет передачу, но не отдает точно партнеру. И опять выброс от Павлова. Павлов Алексей просто сегодня работает. Здесь что есть много установки запасных. Thank you.
За неправильную атаку малым штрафом наказан игрок команды «Южные бобры» Владимир Сонин, номер 99.
Субтитры сделал DimaTorzok.
За задержку соперника Пушкой малым штрафом наказан игрок команды «Ледяная и Синева» Сергей Катаев, номер 50. За удар клюшкой малым штрафом наказан игрок команды «Юрские бобры» Владимир Сонин, номер 99. Команда «Ледяная Синева» играет в полном составе. Со счетом 1-0 победу одержала хоккейная команда «Ледяная Синева».